Кто ломает? Где? Меня кто-то услышал. Фу, блин, страшно вообще, жесть. Кто-то где-то тут внутри как будто ломает. Ломает. Тут я был. Шмотки возьму для того, чтобы... Не, видеть меня не видит, только слышит. Никого. Так, а тут я был. Блин, не люблю обыскивать, когда вот такие вопли. Еще непонятно, кто вопит, где вопит. А, так. Поставлю, блин. Вот, по-моему, ломает стенку. Так, кожа мне нафиг не нужна. Так. Так, тряпочки. Тряпочки нужны для того, чтобы клей сделать. Ой, изоленту. Кто-то усиленно что-то ломает. Много шкафов, блин, всякий хлам у них. И кто-то ломает, мне кажется, стенки. Да, он там ломает стенки. Стенку ломает кто-то. Какая-то гадина ломает. Так, у меня топор, кстати, ломается. Починить, мне кажется, я смогу. Да, есть у меня пластинки металлические. Так, не то, все не то, и все не так. Так, кто ж там такой настырный? Один. По-любому один. Или двое вас. А никого и нету. Самое интересное, что никого не... Так, это вниз. Так, это опять вниз. Ну, тут я где-то не был. Да, в этом крыле я не был, походу, да? Так. Так. Шапка. Не спалил никто меня. Сволочь, прям как будто идет сюда прям. Жесть, я сыкую прям конкретно вообще. Ну, обувь это все у меня есть. Правда, не знаю в каком состоянии. Так, сейчас попробую глянуть. В нормальном. Я надеюсь, они внизу. Так, это опять туалет. Может быть, опять ствол будет. По крайней мере, патроны. Так. На всякий случай ставлю. Потому что, блин.
Так. Бандаж. Кстати, много воды грязной, но... Блин, я чистый лучше соберу, у меня чистый попадается. Так, здесь все, да? О, тут открытая дверь, отлично. Так, пусто. Опять вода. Не, пистолетов нету больше. Не дают. Антибиотики у меня только дома. Вот, кстати, вот это можно забрать. Вот это тоже можно забрать. То есть беру на скраб. Ой, блин. Я тут был, нет? Не понимаю. Не был, походу, да? На-ка! Читал, не читал? По-моему, читал. Так, и сейчас утро начнется. Хотя бы светло стало уже. Был, да, был. Так. А, это скраб. Это скраб. Это тоже. Это тоже. И вот это. Так, там был, там был, там был. Тут был, тут был. Так, и походу на дверь открыта? Нет, закрыта. Вот с сейфами что-то я смотрю не густо тут. Так, стул нужно выкинуть. Так. Ничего. О, книжка, это книжки хотя бы. Фак, блин, как они орут, а? Там проход какой-то. Ну я там был вроде бы, да? Я тут запутался, здание большое. О, что за здание, непонятно. Еще там первый этаж, кстати. Так. Но это, по-моему, винтовка, которую я изучил, по-моему, ну там что-то в первые дни даже. Так, никто тут не сидит. Я имею в виду из этих. Так, эта дверь опять же сюда. А, по-моему, все. Сюда я заходил, 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 заходил. А, пойдемте убьем, кто там вопит. И мешает мне. Так, это все не то. Это... Не был, наверное, я там. Уперся, блин, в ящик. А, вот кто вопит. Вот кто вопит тут. Купаются, да? Значит, вы тут купаетесь. Все с вами ясно. Так, и кто-то еще где-то что-то... Вот это как они сломали, я не понял. Может, это они вот так барахтались тут? Так, ты мне... Вы мне надоели, блин. Опа-на! Опа-на, сверху упал. Скотина такая. Сверху, покиньте, упал. На, блин, сволочь такая.
Прикиньте, блин, сверху упал чудик. Так, а тут открыто, да? Ну, блин, ничего такого. И тут еще. Сам хреново, когда сверху падает. Так, тут все разнесли к чертям. Так, так, так. Тут можно забрать. А, это я читал. Это на скраб. На скраб. Это мне нафиг не нужно. Опять скраб. Клей набрал. Нужно тряпочки тогда взять, чтобы изолента была. А, так, вот тут я ничего не смотрел. А, так. Заберем. А. Так. А, тоже заберу. На скраб. Все это на скраб хотя бы. Ну там кожаный плащ даже есть. Но у меня фиолетовый есть. Так. Блин. Скраб. Давай. Скраб. Так, а из этого рецепты. Делаем сразу изоленту. Это выкидываем. Если что, тут шмоток полно. Соберем. Блин, вон они как-то пролезли. Ломали что-то, видно. А, видно прям это, внутри были. Зомбари заспамились не снаружи, а внутри. Проломили и бегали за мной. Так. А тут я был? А, нет. Не был. Ведь всякое барахло, а где хоть какой-нибудь, я не знаю, там, сейф там. Неужели нету в таком большом здании никакого сейфа, одни туалеты? Закрыто. Так, время еще, по идее, утро, я успею добежать. Да, вот два туалета я, походу, тут тоже. Кто-то усиленно что-то ломает опять. Где ломает, непонятно. Прям тут рядом как будто, а? Гады, как вы пугаете? В туалете что сидит тут? Звуки такие, как будто сидит серый. Так, ничего. Никого тут в сортире нет. А то, может, сидит, серит, я мешаю ей. Так. Не, вода только, испорченная вода. И всякий хлам. Бежит кто-то. А, они сейчас бегать, по идее, не должны уже. Кто-то на улице носится, скорее всего. С улицы меня слышит. И нервничает. Так, все, наверное, да? Вот тут еще что-то. Так. Ну, блин, я не знаю. Вот всякий хлам. Я уже запутался, где был, где не был. А, значит, что в другом крыле не был. Вот
тут я не заходил, наверное. Или заходил. Блин, я уже запутался. Я уже нафиг запутался. Так, так, так. Но это выход, скорее всего. Ну и все. Видимо, здесь больше... Тут, видно, я ломал двери, да? Блин, или нет? Короче, нет тут нифига ничего. Я, короче, выхожу. А, выхожу, выхожу. Так, и, наверное, я сгоняю в те два дома еще. Где-то видел. Вот еще. Как раз где у меня меточка. Сгоняю в них. Место у меня, по идее, еще есть. Зомбари, наверное, за мной куда-то сюда убежали. Поэтому есть смысл проверить. Там тоже есть несколько домов. Блин, ну, короче, я даже не понял, что это такое за здание. Какой-то бассейн посередине. Туалетов много. Какая-то школа, может быть, я не знаю. Ну, похоже, похоже. Да, какое-то учебное заведение, то есть там парты стоят. Ну да, парты, доски, что-то типа школы, наверное. Так. Правда, вот с отравлением бегать долго нежелательно бы. И вот тут полно сумок, которые я не обыскивал, а мне не давали тупо, блин, нормально обыскать все это дело. Например, вот, во, ножик хороший. Остальное мне нафиг не нужно. Вот это можно забрать. Ну и коробки я вроде тут прыгал, что-то обыскивал. Фиг поймешь. Вот еще сумка, по-моему, да? Да, вот еще сумка с одной водичкой. И здание, если я не ошибаюсь, где-то здесь. Да, вот они впереди. Обыщу их, и там уже домой нужно драпать. Потому что придет орда. А перышки я находил? Нет. Нет, перышков я не находил. Ну, пить есть, я не знаю, хочу, нет. Пока терпимо. Пока терпимо. Прибегу домой, уже там все это попью, поем. Ну, сейчас придется опять под вопли. Под страдостное, как его там, ржание. Под дружное мычание. Короче. Под их вопли все это дело собирать. О, кирка. Хорошая кирка, кстати, вот эту можно скрапнуть тогда. Ну, 600-го. Опа-на, где они появились, Саша? Вы издеваетесь? Тоже в доме будут сейчас. Ну, поехали. Что же с вами сделаешь? Они откуда тут с крыши падают? Они выходят вон через окно. Значит, опять будут в помещении. То есть помещения сейчас не особо-то такие безопасные. Ты такой подходишь, зомбари появляются, и они внутри. Так. Ничего, у тебя нет нормально. Блин, 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 отходи. Всякая фигня, так. Это, походу, нам выход прорубил, да? Ну, раз прорубил, давайте сюда и зайдем тогда. Такое ощущение, что тут помимо меня кто-то еще есть.
Так, это рецепт на бур был. Я, по-моему, его уже читал. Да, читал. Кто-то там сверху сопит, по-моему. Вы смотрите, что творится опять. Опять зомби заспавнились в полах. Да, и вот кто сопел-то. Давай, доламывай. Я пока отремонтирую этот. А, она сразу, да? Не, не сдохла, смотрите-ка. Я в голову не попал. Ну, теперь попал. Есть у тебя что-то полезное? Нет, ничего полезного. Так, и вот тут вход есть наверх. Где? Так, хотя бы помечу. А, где-то... Вот здесь вот. А, нет, вот. Да, где-то там. Так, пойдемте лучше туда. Заберу аэродроп лучше. Ой, может там хоть что-то скинули классное. Например, так, фигня. Эй, эй, не пропадай. Да, как раз на полянке. Я успею добежать. А, вон он. Я успею добежать, нормально все. Может там что-то классно будет. Ну там есть антибиотики, сейчас как раз сразу хлебанем. Он палаточный лагерь, я вижу. И еще есть. Так, я знаю, ты хочешь пить. Ну вот где-то там сейчас вот. Недалеко. Добежим так, время, время, время. Блин. Мне бы успеть бы как-то это, как нормально до дома добежать, а потом... Так, перышков, блин, столько. Ну, обратно побежим, сейчас соберем. Я даже не знаю, в здание стоит ли возвращаться или нет. Сейчас посмотрим, что упало. Ну, аптечки упали по-любому. И где? Слушайте, где-то здесь должно быть. Я не вижу. Я вот не вижу коробки. Где-то здесь. А вон она, по-моему, да? Вон вроде лежит. Не сопи. Так, что у меня с местом? Сейчас нужно разобраться вначале. Так, места полно. Так, это я читал. Все поместилось-то. Короче, какая-то запчасть, по-моему, есть у меня уже. Так, вот это заюзаем. Аптечек куча. Короче, всякое барахло. Интересно, а тут вообще был? Нет. По-моему, не был. О! Если не ошибаюсь, это от бензопилы. Если не ошибаюсь, от бензопилы была сама пила. Она у меня есть, только зелененькая. Гаденыш такое. Так, сумка. О, отлично, патрончики. Так, 24. Отлично. 39. Хотя бы патрончики нашли. Уже неплохо. Так. И куда-то нужно обратно возвращаться. Кстати, тут сумок полно.
В них тоже классные вещи иногда попадаются. Тоже неплохо. Поэтому в пустыне, вот в таком месте, неплохо довольно-таки. Так, куда я там вообще забежал? Это здание, походу, в котором я был. Так, и вот так вот сейчас возвращаться будем. Ну-ка, если я так побегу. Да, немножко вот так вот. Как раз соберу перьев. Ой, даже не знаю, лагерь вот этот обыскать. Наверное, лагерь обыскиваю и все, и домой. Потому что место. Мало места, и, блин, орда. Придет орда. Поэтому сейчас тогда обыскиваем этот лагерь и домой, наверное, побежим. Засопели, блин, со всех сторон. Мне кажется, так побыстрее будет сейчас с ними всеми разобраться. У нас отличная мачете. Потом починим, будет, я думаю, не хуже, чем было. Чем у нас было, по крайней мере. Так, фигня. Спирт. Заберем. Трубочку можно на скраб. Так, это лишнее. Мадам! Отлично вообще мачете. Шикарная вещь. Так, а тут кукуруза осталось, да? Так. Вот тут я в палатке не был, чувак. Есть патроны? Нету. От шотгана. Короче, вот этот возьму, остальное нафиг. Не буду я всю эту фигню жрать, короче, ну его нафиг. Так, одна, вторая, две палатки только, да? Так, и где у нас дом? Дом где-то там. Побежали по направлению к дому. Как-то, да, вот так вот. Пробежимся, может, соберу еще перьев. Может, что-то по пути встречу. Там, допустим, тот же этот. Ну, магазин навряд ли. Ну, может, машина там попадется, еще что-то. Вон какой-то дом. Я не понял, это я... Стоп. Это, походу, те, в которых я и был. Да, это те, в которых я и был. Это точно они... Я не знаю, в них залезть. Быстренько обшмонать. Ну, на предмет рецептов хотя бы. Я вот, по-моему, в этом был, да? Или нет? Не, в этом я не был, наверное. Ну, зомбаки опять появляются, блин, мешают. Ой, как вопят, а? Так, пускай они мне проломят проход. Я вот на крышу не залез того дома, в котором был, в каком, я не помню. Вот в этом я был. Кстати, не обыскивал. Пивасика можно взять. Так, это на улицу. А вот здесь вот может быть что-то прятаться в виде коробки. Да, вон коробка. О, две коробки. Опа, она. Это на что? Это на пистолеты, по-моему, я читал. Да.
Пистолет я же могу разбирать. Так, вот тут патрончики. По-моему, пистолетные. То есть в этих коробках иногда что-нибудь попадается. Так. Ничего. Ничего. Так. Вон полка, я вижу. С излишнего что можно выкинуть, я вот думаю. Ну, может, и ничего не придется выкидывать. Сейчас посмотрим. Так, СНГ. Читал. И это, по-моему, тоже читал. Обидно. Дайте мне рецепт, который я не читал. Какой-нибудь классный. Так. Здесь только мусор. Так, все, ну нафиг, скраб не буду собирать пока. Времени мало. Побежали в следующий дом. Побежали. Так, вот сюда, вот в этот. Сверху тут падали, кстати, ребята. Так, магазин. Ничего. Так. Это просто, наверное, взять можно или обыскать, я не знаю. Так, все забираю. Вот это. Так, что у вас тут? Тут на вход наверх, да? Вот тут ничего нету. Коробки. Коробки стоят, хотя там, наверное, был проход. Не было никакого там прохода. Ладно, клей. Посмотрим. Блин, если что, выкинем. Погнали. Закрыто. Так, и вот это я могу пропустить. Да, тут коробка. Тоже лестница наверх, понятно. Так. Бинтик можно взять. Так. О, полки, отлично. Пустые, фигово. Нифига не отлично. Так, вверх. Что у вас тут наверху? Так, ну это, скорее всего, всякий хлам тут. Всякий хлам. А вот тут вот может уже что-то быть интересное. Опять же, в виде полочки, либо в виде сейфа. И, по-моему, на крышу выход должен быть. Да, на крышу есть выход. Так, кровь, фиг с ней. Сатиры. Наличие пистолетов проверяем. Так, какая-то комнатка скрытая. Шматье. Так, ничего нету. Давай. Что вот это наверху? Ничего не заныкнул. Ну, только гнездо и мусорка. Ну, в принципе, блин, где выход-то? Так, время 17, да? Блин, я заблудился. Время 17. Где тут выход-то? Ё-моё. Блин, ну и домик. Ну это что-то типа магазинчиков. Эй. Так, 18. Время осталось 4 часа до прихода Орды. И это фигово. Нужно домой драпать. Блин, я все-таки хочу все обыскать. Хотя бы часть. Это вроде гараж был какой-то. Давай. Ищи.
кто-то там идет. Либо заспамились где-то тут, прям внутри. Блин, внутри. Нет, не... Блин, не внутри. Они внутри были? Так, полочка. Блин. Нету нифига. Так. Спилберг, блин. Так, у тебя ничего нету? Нет, не нужно ничего. Так. Блин, меня бесит, когда кто-то стучится, когда я ищу. Сейфа не видать, это полка есть. Опять пустая, да что ж такое? Так, где в этом доме сейфа? Здесь я был. Здесь я тоже был. И вот входа на второй этаж я не вижу, но это, по-моему, маленький домик, без второго этажа. А, есть чердак. На чердаке есть дверь, и чувак мертвый. Со стрелами сидит. Ой, не, сейчас... Стоп, а время? Блин, время, все, сейчас взламываю этот домик и все, и домой. Интересно. Хотя бы до дома добежать, от ворот, да? Все, сейчас вот это ломаем и бежим. Короче, хлам. Всякий хлам, все. Помчались домой. Выход, где? Да блин, ты давай спускайся. Беги. Так, хлебаем спиртяги. Дом в этой стороне, я хоть бегу-то. Да. О, добежать бы до Орды, тогда я запись закончу до наступления Орды. Потому что я так предполагаю, она может пропасть, если она прибежит, я остановлю. А видео, я так предполагаю, у меня уже довольно-таки длинное. То есть я с утра бегаю. А, я ночь еще пережил. Блин. По-моему, очень длинный получился. Я не знаю, даже может разделю на две половинки. О, потому что серия громадная будет. Ну, посмотри, если чуть побольше часа, то оставлю. Если намного больше, то на два разделю. Но пока бежим домой. Сейчас посмотрим. Либо придется мне играть Орду, там уже тогда действительно я просто ролик распилю пополам, да и все. Пока ничего не могу обещать. Сейчас посмотрим. Я, по крайней мере, добегу и посмотрю, сколько по времени идет запись. Так, и мы уже почти прибежали, да? Кстати, стрелу сразу на крафт поставить нужно. 103 штуки, по-моему, мне дерева не хватает. Ну, 200 с чем-то будет стрел. Я думаю, хватит на Орду. И у меня, по идее, есть 44 патрона. Что тоже неплохо. Ну, а стрел будет около 300, наверное. Ну, 2 с чем-то сотни. Я думаю, вполне хватит пострелять. Главное, мне главное не упасть куда-нибудь, как обычно, я иногда падаю. Ну, потому что лагать начинает, и вообще жесть начинается.
Так, 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 так. Я хоть к дому бегу-то, блин. Вроде как к дому. Мне кажется, дом уже за горкой где-то здесь. Weapons Misfitting. Ну, это, по-моему, что-то там с крафтом, по-моему, оружие или... Короче, фиг его знает, я их это... Я даже читал, вот, что означает каждая эта фигурина, но их много, блин, я не запоминаю. Качается и качается, ладно, но это вот болты делаю, поэтому и качается. Так, а где дом-то? Огород начался, а дом не видать. А, вон где дом. Так, успеваю до Орды добежать. По идее, мне главное выгрузиться. Орда прибежит там, выгрузится. Я начну выгружаться и, по идее, даже сейчас не буду выгружаться. Буду выгружаться, когда она, наверное, придет. О, кролик бегает. Ну нет, не буду терять время. Побежали. Так. Я, скорее всего, просто успею сейчас забежать. И все. Так, ребята, с вами, наверное... Так, все, да, точно. Прощаюсь, увидимся в следующей серии. В следующей серии уже будет Орда. Все, всем пока-пока. Не забывайте ставить пальчики вверх, писать комменты, делиться с друзьями роликами. А также, если вы хотите первыми узнавать о выходе видео, подписывайтесь на канал.